Рустам Минниханов сегодня прибыл в Дубай для участия в ежегодном инвестиционном форуме. В Объединенные Арабские Эмираты съехались представители власти, бизнеса из 140 стран, в том числе руководители 500 крупных компаний. Главная тема – инвестиции и расширение партнерских отношений. В Татарстане участились случаи мошенничества. Под видом сотрудников МЧС и газовиков молодые люди предлагают установить пожарные извещатели и датчики утечки газа. За свои услуги берут втридорога. Жертвы обмана, как правило, пенсионеры. Флаг чемпионата мира по профмастерству WorldSkills 2019 встретили в Сеуле. Это пятая остановка международного этапа эстафеты. В Казань флаг доставят в день церемонии открытия чемпионата мира, который пройдет с 22 по 27 августа будущего года.